Тамбовских школьников познакомят с питоном. Яндекс.Лицей начинает обучение нового состава учащихся популярному языку программирования. По результатам онлайн-тестирования и собеседования с преподавателями проекта была сформирована группа из 13 учеников различных школ Тамбова и области. Молодые лицеисты будут осваивать программу обучения на базе Центра технологического образования школы номер 22. Еще для 6 человек из удаленных территорий области организовано дистанционное обучение. Сам курс достаточно инновационный, интересный и востребованный. Это в первую очередь обучение детей программированию на языке программирования Python, который сегодня является одним из очень востребованных языков и в научном сообществе, и в IT-компаниях. То есть дети, осваивая этот язык программирования, получают новые цифровые компетенции, которые позволят им стать более конкурентоспособными в будущем на рынке труда. Независимо от возраста, общая программа обучения рассчитана на 2 года. Помогать ребятам в освоении науки программирования будут опытные тамбовские педагоги, прошедшие обучение в Яндексе.